Да, очень приятно с вами видеться. Уже на другой конференции я просто привык вести DI, деловой интернет-конференции. У нас уникальный шанс. Впервые, наверное, в истории, вот я журналистом уже лет 15, здесь на этой сцене собрались люди, которые не только ведут интернет-бизнес, но люди, которые в Беларуси отвечают за развитие интернет-бизнеса. У нас сегодня, можно воспользоваться моментом, да, и задать вопрос. Вот в программе вы видите руководителей вот государственных органов, да, заместителя министра, Министерства торговли. Все они пришли, все есть. Если есть какие-то актуальные вопросы, вы готовьте. Смотрите, мы будем работать по следующей схеме. Я для начала буду задавать какие-то вопросы, да, у меня они есть готовые. И буду ждать вопросов в Twitter по хэштегу, да, то есть я беру планшет, смотрю Twitter, читаю вопросы. Вопросы, которые будут задаваться из зала, их будет меньше, если как только кончаются вопросы в Твиттере, то есть вы заканчиваете, то мы тогда обращаемся к залу. Соответственно, вот так вот будем работать. У нас час, поэтому очень большая просьба. Вопросы свои не растягивайте, не вставайте, не говорите, у меня есть, и не рассказывайте всю историю интернет-бизнеса свою, да, четко, лаконично вопрос, чтобы всем хватило времени задать свои вопросы, потому что я еще хотела бы обратить внимание, потому что в зале есть журналисты, которым очень интересно мнение вот наших гостей, поэтому давайте как-нибудь учтем интересы всех. Соответственно, давайте я вот потихоньку буду представлять наших гостей. Сейчас и пока им раздают микрофоны. Заместитель министра торговли Наркевич Ирина Владимировна. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Рубелпочта Гвоздева Татьяна Николаевна. Представитель Министерства по налогам и сборам, заведующий сектором налогового контроля сети интернет Махтадуй Михаил Олегович. Руководитель Купи Тут Бай Евгения Чернявская. Мой обожаемый докладчик, я его всегда вижу везде, это Андрей Гриневич Озбай. И Сергей Войнилович. Все знают 21 век. Я бы хотел начать, естественно, вот по старшинству, да, с Министерства торговли Республики Беларусь и спросить, есть ли у нас электронная торговля в принципе в Беларуси, существует ли, и какой она вам видится, вот какая она, на ваш взгляд? Микрофон включен? Да. По старшинству это по возрасту или по рангу? По рангу, по министерствам. Вот. Спасибо за уважение. Я не буду углубляться в электронную коммерцию. Здесь термины эти звучали. Электронная торговля – это несколько другая терминология. С учетом заинтересованной людей, которые здесь собрались, а я вижу, что плотные ряды и люди заинтересованы в развитии интернет-торговли, я буду говорить об интернет-торговле. Хорошо? Поэтому, вы знаете, можно сказать, что интернет-торговля в Республике Беларусь состоялась. Почему? Она есть, потому что люди могут приобрести товар, и люди активно стали приобретать товар. Об этом свидетельствует рост товарооборота. У нас удельный вес товарооборота интернет-магазинов. Я говорю с учетом статистических данных, которые у нас есть из статистики. Хотя мне кажется, что эти данные гораздо должны быть побольше. Да? У нас с 0,7% от 2011 года у нас вырос до 1% рост товарооборота. Для нас это существенно. Мы считаем, что интернет-торговля развивается. И с учетом того, что мы начинали 2 года назад, у нас было 2500 интернет-магазинов, сейчас 5300. И знаете, что интересно? Когда вот началось это движение, регулирование интернет-торговли, в прошлом, можно сказать, начало позапрошлого года, полгода, да, у нас прирост в торговом реестре составил 40%. И, вернее, 20% за прошлый год. А за этот квартал прирост уже 6% субъектов интернет-магазинов. То есть, конечно, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что интернет-торговля в Беларуси развивается, и развивается достаточно динамично, и я бы сказала, быстро. И если говорить
в цифрах, вот когда я сказала о товарообороте, о росте, то у нас рост наблюдается 33%. Даже по данным, вот тут мы с представителями Российской Федерации говорили, я в интернете почитала, что 39% рост товарооборота Российской Федерации, интернет-магазинов. Ну вот он мне говорит 30. То есть можно констатировать факт, что мы обошли россиян. Но это в темпе роста, да? И почему еще состоялось? Потому что у нас создана правовая база, за которую отвечает Министерство торговли, нормативно-правовая база в части регулирования интернет-магазинов. Это правила торговли, торговля по образцам они называются, и мы совершенствуем этот документ. Поправки мы внесли в закон о торговле, я потом смогу ответить, в части чего. И у нас есть 60-й указ, который сказал, что зона интернет-торговли – это зона BY, которую мы, в принципе, регулируем, контролируем, и она в этой сегменте развивается. Поэтому, мне кажется, я ответила на вопрос. Да. У меня вопрос к руководителю. Я вот так вот плавно перейду к руководителю 21-го, магазина 21 век. Вы часто выступаете и говорите, что у нас есть и серая, и белая торговля, интернет-торговля. Я вот хочу, чтобы вы ответили, есть ли у нас серая интернет-торговля с серым товаром, да? И сразу этот вопрос тоже автоматически, после того, как вы ответите, адресую налоговой инспекции, чтобы они прокомментировали ваши слова. Спасибо за вопрос. Естественно, в любой отрасли, в любой коммерческой отрасли есть продавцы, которые так или иначе стараются уклоняться от исполнения всех норм, которые им предписаны, от уплаты всех налогов и пошлин. Следуя словам Ирины Владимировны, мне очень приятно, что госорганы постоянно участвуют в развитии нормативной базы для интернет-торговли, потому что это создает какой-то юридический барьер, пусть невысокий, но как минимум низкий барьер, он должен быть для того, чтобы любой предприниматель, который развивает свой бизнес в интернете, он чувствовал ответственность и перед собой, и перед государством, и перед клиентом. Поэтому на самом деле тенденции заслуживают аплодисментов, то, что сегодня делают государство. Мы безумно этому рады. Но серая торговля есть, и на наших глазах она заметно снизилась, и тенденция к снижению, а во многих частях даже к уничтожению в каких-то товарных группах, она наблюдается. Мы 9 лет стоим у истоков интернет-торговли и это видим. Спасибо. Я немножечко продолжу. Почему? Потому что Министерство торговли не только как регулятор выступает торговой сферы, мы еще и регуляторы сферы защиты прав потребителей. И знаете, вот здесь, когда я пришла, звучал вопрос доверия к интернет-торговле. Но доверие вы делаете сами, поэтому серые схемы есть в интернет-торговле. Они, к сожалению, я, может быть, не на таком мажоре еще рассуждала, они, к сожалению, в большинстве у нас схемы эти серые, да, серого товара. И серого, черного, какого угодно называйте, но только не товара, который поступает в соответствии с законодательством. И мне, к сожалению, как заместителю министра торговли, человеку, который защищает права потребителей в стране, что вот за эти 2 года мы не вышли на какой-то, ну такой рывок не сделали. А почему? Мы 2 года проводим в большей степени такую упреждающую разъяснительную работу, широкомасштабную, кстати, для интернет-магазинов, для того, чтобы люди поняли, предприниматели, ведь это бизнес в основном какой? Малый, средний, да, это индивидуальный предприниматель, чтобы они поняли, что все-таки есть законодательство Республики Беларусь, и в этой сфере удаленной, дистанционной тоже нужно соблюдать. Не надо обманывать гражданина, не надо представлять ему товар и говорить, вы хотите документы на эту кофеварку или сотовый телефон, тогда на 5-10% дороже. Этого не должно быть. Мы, к сожалению, это не искоренили. Мы вели широкую разъяснительную работу, мы подготовили процесс. Но я думаю, вот сейчас представитель налоговой службы, потому что активность должна быть у нас контрольных органов, мы по-другому будем поступать, наверное, с этого года. Как будет поступать налоговая служба с этого года? Ну, вопрос заключается в том, что мы как налоговый орган, на нас и возложена такая обязанность, это, конечно, поступление налогового бюджета.
Но с другой стороны, мы эту работу проводим, но хотелось бы что отметить. Сейчас проверки проводятся не сплошным методом, а выборочным. И для того, чтобы уже, если мы идем к кому-то, то уже, так скажем, есть какая-то определенная у нас претензия, можно так сказать, к деятельности данного субъекта. Но и в этой работе мы стараемся, так скажем, искоренить такую недобросовестную конкуренцию, да, которую наши субъекты хозяйственные порой, вовлекая в теневой оборот товары, пытаются создать на рынке нашей. Ну, в части именно, так скажем, распространенных, может быть, нарушений, недалеко ходить не надо. В основном в своей массе это нарушение связано, конечно, когда товар реализуется и на него отсутствуют документы, которые подтверждают легальность его ввоза или приобретения на территории Республики Беларусь. Ну, одно из, так скажем, требований у нас есть еще маркировка определенных групп товаров. В данном случае данное нарушение тоже выявляется и к субъектам хозяйствования привлекает, ну, субъект хозяйствования привлекается к ответственности. Ну, я бы сказал, что в части вот этой проводимой работы, то количество самих вот фактов, таких претензий, да, можно сказать, что становится, может, ну, поменьше. В основном у нас сейчас нацелена работа на выявление именно незарегистрированной деятельности в сети интернет, которой именно граждане занимаются. Но в данном случае субъектом хозяйственным, который все-таки осуществляет незаконную деятельность, все-таки быть тоже на страже, потому что налоговый орган постоянно мониторит сеть интернет и в случае выявления правонарушения назначает проверки и выявляет факты такие. Спасибо. У меня следующий вопрос. Я еще дойду до наших самых любимых докладчиков. У меня вопрос к Белпочте. Да? Это единственная организация в нашей стране, которая выдерживает вот этот вот вал товара, которого не могут ввести наши предприниматели. То есть что не хватает обычным гражданам в магазинах, они заказывают в Китае. И вот, допустим, я бы хотел узнать, сколько приблизительно, какой процент посылок приходит вот из зарубежных интернет-магазинов и какие страны лидируют у нас по доставке, кто нам продает товары. Добрый день, уважаемые члены конференции. Я хочу сказать, что сегодня Белпочта видит рост объемов, и этот рост объемов 20-30% ежегодно. Естественно, во входящей корреспонденции, во входящей почте сегодня лидирует Китай, Гонконг и занимает, ну, более 20% от входящей почты. И следует сказать, что вообще из почты, которая прошла даже за 2012 год таможенное оформление, 60% это отправление из интернет-магазинов. А какие, да, страны? Лидирует, конечно, Китай. А, господа, я почитаю немножко твиттер с нарушений. Это у нас идет в ленте нарушение нелегально ввезенного товара, запрещенная группа товаров. Ванилович признает наличие серой торговли. Это такие у нас заголовки, такие бойки, сразу все в прессу идет. Вот. Министерство торговли, интернет-торговля состоялась. В принципе, хороший заголовок. Я бы хотел спросить, состоялась ли в Беларуси интернет-торговля у, теперь уже вот помечтаем, там, самой крупной площадки в будущем, там, купи тот бай. Да, мы любим себя, любим свои площадки. Совместный проект вместе белорусского портала Тутбай и Яндекс.Бай, большая площадка, купи Тутбай, руководитель Евгений Чернявский. Скажите, так все-таки состоялась ли интернет-торговля на ваш взгляд? А скажите, откуда данная самая крупная площадка? Это рекламная пауза в будущем, это такая шутка. Это была отсылка на будущее. Я забыл, что у нас предстоит Министерство торговли, рекламу сейчас будем цензурировать. Да, Саш, сейчас мы заплатим много штрафов, не выходя прямо со сцены. Я вижу сегодня в зале людей, их много. Я думаю, что если я спрошу, а я позже планирую это сделать, сколько из присутствующих здесь сегодня связаны с интернет-магазинами, либо работают в них, либо каким-то образом еще там работают на них. Как можно сказать, что интернет-торговля и площадка, и все, что связано с этим, не состоялось, если вы здесь сегодня, и в зале нет мест?
Состоялось. Состоялось, тогда, конечно. Ну и спорить за министра торговли очень тяжело. Тогда у меня вопрос к погибающему бизнесу Озбай, который продает еще, который до сих пор еще продает бумажные книги. Вот. Когда уже люди перестали их читать, скажите, вот на ваш взгляд, что будет с рынком интернет-торговли? Там пойдет, ну, понятно, что книг не будет, да, и вы будете там торговать в реале, а так, ну, что будет дальше? Не, все хорошо будет, и предыдущий докладчик говорил, что, конечно, в жизни все просто, я всегда это повторяю, что человек будет стремиться там, где проще, да, там, где быстро заказать, быстро получить. Ну, интернет на сегодняшний день это идеальный инструмент, именно через который, значит, ну, производится торговля. Вот. Ну и мировая тенденция это вот подтверждает. Как было 13 лет, так ничего не изменилось, новых инструментов не изобрели. Мобильные, говорят, ну, как бы платформы еще не достигли какого-то рассвета. Социальные сети тоже еще не поглотили интернет-магазины. Так что, ну, в ближайшие 5 лет у интернет-торговли все хорошо будет. Ну, книг не будет. Не, почему? Ну, не знаю. Читать... Не уверен. Последние тенденции, кстати, говорят, что покупка электронных книг, она, наоборот, способствует покупке книжных носителей. То есть человек, ну, начинает больше читать, вот, и после этого он покупает, ну, книжную продукцию. У меня вопрос в Твиттере, вопрос к Ирине Владимировне. Когда сотрудники Минторга будут более качественно работать с юридическими лицами? Руководствоваться декретом номер 4, а дальше знаки вопроса стоят. Ну а что значит качественно? Я не совсем поняла вопрос по декрету номер 4. Номер 4, он там дальше, там номер просто не до конца, видно, не дописали, не помнят. Декрет номер 4 говорит о содействии развитию белорусского бизнеса. И все стимулирующие мероприятия и нормативные в данной ситуации Министерство торговли, ну, если так можно себе делать оценку, мы стараемся исполнять декрет номер 4. Ну, например, регистрация была введена. То есть вы знаете, что отменили лицензирование. Да? То есть сегодня нет лицензии на торговлю, кроме розничной торговли, алкоголь, табак, подакцизный товар. Все, остальные субъекты хозяйствования вправе начинать свою деятельность без лицензии. То есть снизили барьер, первое. Второе. Министерство торговли максимально упростило процедуру согласования режима работы объекта. Максимально. Сделали это единообразно, чтобы у вас не было отказов местных исполнительных распорядительных органов, немотивированных. Это тоже отрегулировали в документе. Следующее. 60-м указом введена регистрация интернет-магазинов. Ну скажите, пожалуйста, какая проблема сегодня зарегистрировать интернет-магазин? В течение одного дня вы подаете просто в стойку исполкома в одно окно свои данные, все, вам больше ничего не нужно делать. Мы сейчас идем дальше, потому что понимаем, что это электронная, дистанционная торговля, поэтому в скором времени будет регистрация онлайн, то есть через электронные ключи, АЦП и так далее. То есть, ну, я считаю, что это просто нежелание, может быть, бизнеса вообще-то работать в белую, понимаете? Это другая составляющая. Дальше. Когда мы вводили вот нормативно поправки в... Мы очень долго рассуждали, бизнес приглашали, кстати, да, участвовали. То есть, может, какой-то программный продукт ввести, чтобы вот эти вот серые, черные схемы исключить. Ну, подумали, что это будет удорожание и так далее. Да, поэтому что мы ввели? Что... Знаете, как сказать, активизировали, подтолкнули административно, подтолкнули к тому, чтобы интернет-торговля развивалась путем дистанционных перечислений. Но предложили различный формат. Что хотите? Хотите электронные деньги, пожалуйста. Хотите пластиковая карточка? Человек может пластиковой карточкой рассчитаться на почте где-то в каком-то носителе, да? Может быть, вы с переносным придете. Осталась и система наличных платежей. Но мы подтолкнули, это знаете как, это вообще-то рынок, как бы немножечко толкание рынка административно. С одной стороны смешно, а с другой стороны есть результаты. Потому что что такое дистанционная торговля? И у вас представитель Российской Федерации выступал, он говорил, вот это недоверие, а люди хотят. Когда придут монстры, европейские, американские, в интернет-торговле, то у них эта система будет отлажена, налажена, дистанционных перечислений. И сегодня наши граждане Республики Беларусь, вот вы задавали вопрос Белпочте, тут нужно было бы, значит, отделить, это дистанционные перечисления в Китае были от граждан или от интернет-магазинов? То есть от граждан, конечно, от граждан. 60% интернет-магазин, только я гражданин, покупаю в Китае.
Так вот, понимаете, конечно, мы должны насыщать здесь торговлю, но они же там дистанционные перечисления, они же не наличные. И здесь я вижу еще какую составляющую. У нас пока не развит рынок курьеров, потому что у нас курьер — это кто? Это продавец сам. А вообще-то и удешевление, и доверие гражданина, когда приедет курьер, это не продавец, не представитель магазина. И эта служба должна развиваться. Я знаю, что у нас курьерские службы есть, и даже мировых компаний, но они еще пока боятся, потому что они говорят: господи, там этот серый канал в интернет, пусть подрастут. Вот я сейчас общалась с одним представителем курьерской службы. А когда в Россию сейчас приходит крупная компания, первое, что они делают, это помимо почты, они думают о логистике, о быстроте, потому что онлайн-торговля – это не офлайн-торговля, это быстро сегодня. И ускорение вот этого процесса, плеча доставки, имеет очень важное значение. А там же и достоверность, то есть срок, потому что сегодня у нас как существует в рекламе, вот как вы сказали, самая крупная площадка, да? Бесплатно доставка в рекламе. А ну, мы протоколим, конечно, таких недобросовестных, это недобросовестная конкуренция, а на самом деле доставка потом стоит оплаты. Поэтому вот тут нужно тоже развиваться. Вам вопрос продолжения спрашивает, почему Минторг чаще запрещает, чем что-то разрешает? Ну, что значит запрещает? Вот интернет-торговлю мы наоборот разрешаем. Я знаете, что хочу сказать? Сейчас штраф, ну, публично говорю, от 2 до 10 базовых, от 2 до 10 базовых единиц за нарушение правил торговли в интернете. Делаем мониторинг, приглашаем субъекта хозяйствования, пишем ему рекомендацию устранить. Устраняет, штрафа нет. Ну какие проблемы? А смотря какие были нарушения у вас. Какие были нарушения? Если 1, 2, 3, 4, 5, ну конечно протокол. А, лучшая цена – это недобросовестная конкуренция. Вот видите, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо? О, не понимает, что лучшая цена – это недобросовестная конкуренция, что пользоваться преимуществами своих коллег, когда этого преимущества нет, ведь если бы вы доказали, что у вас лучшая цена, у вас была возможность доказать? У вас была возможность доказать, что у вас лучшая цена? Нет, да? Так у вас лучшая цена на товар или нет? Нет, подождите. Ну, вот если бы у вас была лучшая цена на товар, вы, наверное, когда в рекламе писали, вы даже не задумывались о том, что своих коллег по цеху, по бизнесу можете оскорбить тем, что люди переориентировались к вам. Это недобросовестная конкуренция. А недобросовестная конкуренция — это не просто указал какие-то данные. Понимаете? Поэтому есть критерии тоже нарушений. Поэтому публично хочу сказать, недобросовестная конкуренция на рынке пресекается и протоколится. Это есть. Я говорил не в том смысле, что вот там плохо. Хорошо, ваша деятельность отлично. Просто вот мне не нужны такие оценки. Просто хорошо, я задаю вопрос, сами... у вас была возможность доказать, что у вас лучшая цена на рынке? Нам не предоставили, но как бы это не вопрос. Больше вопрос в том, что Министерство торговли занимается именно регулированием, как вы сказали. Это хорошая оговорка. Но сегодня нужно заниматься развитием. Потому что рост поставок из Китая на физлиц — это конкуренция нам, конкуренция всей отрасли и бизнесу здесь, в Беларуси. Вот это правильное замечание. Так когда Министерство торговли начнет заниматься именно развитием торговли, а не регулированием? Спасибо. Вам вопрос понравился? Хорошо, тогда я задам ответ на вопрос, в чем вы видите помощь в регулировании рынка, а не в запрете. Господа, ответьте, пожалуйста. Кто может ответить, в чем нуждается? Какая помощь Министерства торговли нужна? Кто? Только кратко, очень. Спасибо. Я в меньшей степени, конечно, представитель интернет-магазина, я скорее разработчик. Но я бы хотел... Я просто часто слышу каяние все те, кто приходит к нам разрабатывать интернет-магазины.
И на самом деле существует одна проблема, о которой мы почему-то мало говорим, и мы достаточно запоздало вошли в рынок. Это рынок все-таки платежных систем. И содействие развитию платежных систем в Беларуси пока мало что делается. Те, которые есть, они обладают достаточно высоким процентом комиссии, и многие интернет-магазины просто не могут их брать, потому что комиссия равна заработку. Так вот, почему бы Министерству торговли не посодействовать приведению в Республике Беларусь зарубежной платежной системы, которая во всем мире. Это позволило бы, во-первых, делать продажи за рубеж онлайн, и, с другой стороны, уменьшить комиссию, потому что комиссия там существенно ниже. Вот. Что для этого делается, вот я хотел бы узнать. Спасибо. Ну вот это хороший вопрос, потому что действительно дистанционная торговля, онлайн-торговля без платежных систем нет того развития, да? Если мы говорим, динамично развивается торговля, то должна также, точно так же инфраструктура платежных систем развиваться. Но здесь тоже не все так уже плохо у нас, да, в Республике Беларусь. Есть, конечно, проблемы, и что там греха таить, у нас есть проблемы и с нашими карточками, да, которые они еще не имитированы в интернет-торговле. Есть у нас проблемы с платежными системами иностранными. Кстати, в Российской Федерации аналогичные проблемы, и они тоже сейчас прорабатывают вопрос. В данной ситуации как бы нельзя сказать, что мы, Министерство торговли, не работаем. Мы работаем с Национальным банком Республики Беларусь, мы работаем с банками в том числе, ну, через Национальный банк, разумеется, для того, чтобы активизировать эти инфраструктурные компоненты банков. Но так как я бы не хотела здесь за Национальный банк отвечать, что развиваются платежные системы, и поэтапно мы к этому придем. Просто это не в этом году, может быть, это может быть следующий год. Я просто вам хочу привести на примере вот TaxFree. Мы сейчас эту систему активно тоже вводим в Республике Беларусь. Ну, не было интереса у банков, да, заниматься этой системой. Но нужно было через Национальный банк, через правительство немножечко как-то так тоже подтолкнуть, как когда-то мы подталкивали интернет-магазины, чтобы у них были различные платежные системы, те, которые у нас имитированы в Республике Беларусь. Поэтому спасибо за вопрос, мы этим будем заниматься. И я бы просто хотела, у нас как таковой ассоциации нет, но вот в ассоциацию Белинфоком входит, мы знаем, Тутбай, еще несколько площадок, чтобы какое-то такое письмо активизировали для того, чтобы мы могли, ну, проблемные вопросы сформулировать, и чтобы мы эту сферу подтолкнули дальше. То есть мы в этом направлении, конечно, будем работать. И банки тоже в этом будут заинтересованы, но просто не все так быстро, потому что этот рынок тоже сегодня развивающийся инфраструктуры банковской. Я бы хотел добавить, что на самом деле это мы должны развивать интернет-торговлю, а Министерство торговли должно, ну, регулировать развитие, что ли. Но никто, кроме нас, эту тему здесь не будет развивать, и ничего без нас самих это не получится, во-первых. А по поводу платежных систем, все платежные системы работают, отлично все настраивается. Мы принимаем и интернет-эквайринг, и мобильный эквайринг с терминалами, и комиссия сопоставима с комиссиями в Российской Федерации и с общемировыми. Да, Белкарт, который сейчас пошел, белый пиар, Белкарт, сегодня действительно временно не принимаются для интернет-эквайринга. В ближайшее время нам обещал Беларусьбанк, что система заработает. Все остальные карты отлично работают. Я думаю, что здесь вопрос задавали, знаете какой, в части, скорее всего, электронных денег. Может быть. А веб-мани, хотя наши, у нас они активно развиваются так же, как Российская Федерация, за рубежом, вот WebMoney, EasyPay, да. То есть мы ЕРИП-система. Единственное, что мы, ЕРИП-система тоже развивается. Ну, единственное, есть вопросы, конечно, по ЕРИП-системе. Когда мы хотели активизировать этот компонент, ну, развивается тема. К сожалению, система ЕРИП еще не может принять всех желающих за определенное короткое время. Есть эта проблема, вы это знаете, да? Поэтому, конечно, мы постоянно это держим на контроле, постоянно задаем вопросы Национальному банку, и в ближайшее время заработает у нас комитет по стимулированию платежей дистанционных в Республике Беларусь. Я буду, скорее всего, зампредседателя этого комитета. Я думаю, что, ну, с банками наладится более активный диалог, и здесь вы совершенно правы.
Я бы хотел немножко дать отдохнуть, да, нашим главным спикерам. У меня вопрос к 21 веку, к руководителю. Вот ваш магазин недолюбливают крупные торговые сети, да? Вот есть магазины, которые говорят, что 21 век отбирает у нас там кусок хлеба. И раньше интернет-торговля была нужна только потому, что она была дешевле. То есть был серый товар, он в интернете был дешевле, а сейчас никакого смысла, никакого удовольствия сходить в 21 век нету. Цена одна и та же, как бы, да, а зато там, в каком-нибудь другом магазине, не буду уже при Министерстве торговли рекламировать, да, можно прийти и товар потрогать, да, то есть вот есть такая там какая-то тактильная связь с будущим товаром. Так вот, магазины эти уверяют, что такие площадки, как 21 век, купи тут бай, ну, Озбай, это же книги, они уже никому не нужны, вот, они исчезнут. Будут вытеснены крупными торговыми сетями, там, типа гипермаркетов какие-то. И государство же развивает гипермаркеты. Отсюда вопрос: вообще нужна ли кому-то интернет-торговля в принципе? Мы уже неоднократно отвечали, что. Нет, гражданам, покупателям, будущим, которые, ну, допустим, ну, сходят в гипермаркет и купят стиральную машину быстрее. А почему мы пойдем по другим законам развития, не по таким, как пошла Соединенные Штаты Америки, Запад, Англия? Ну, там даже в соседних наших странах, там Чехия, до 10% доходит товарооборот через интернет-торговлю. Цена там соответствует. У нас цены, в принципе, одинаковые. И в интернете нет никакого преимущества купить в интернете. И я бы хотел сказать, во-первых, пару комментариев. Мы не у сетей забираем товарооборот, мы забираем, во-первых, у тех участников, которых вы отказались рекламировать. Потому что если не будет таких интернет-магазинов, как 21 век и других героев, скажем так, этого рынка, то просто будут развиваться другие, кто возит... В связи с чем был первый вопрос, да, то есть про серую сторону этого рынка, это во-первых. А во-вторых, почему? Я уже пытался сказать, это ассортимент. Зайдем сегодня в сети, это специально, вот зеленым мне больше нравится. Так красным подсветили. Есть и желтого, нет? Вот, на самом деле, это ассортимент и доступность выбора. Ну, мы зайдем в самый большой магазин, там, не будем называть имен, ну 150, ну 200 наименований холодильников. Заходите к нам на сайт, 400 наименований холодильников, выбирайте любой. Я может, понял. Желтый. Женя Чернявская, хотел бы у вас поинтересоваться. Нужны, ну, в будущем, зачем проект вообще, может, он не надо будет? Вот 21 век намерен жить дальше. Ну, это меня не может не радовать, хорошо, пусть живет. А зачем наш проект? Нет, не проект конкретно, а будет ли интернет-торговля востребована. Может, мы тут зря собрались, годик поработает, а потом все равно все в магазины пойдут. Ну, на самом деле, Александр Чекан вначале, когда представлял и открывал конференцию, сказал очень важную вещь, что скоро будут конкурировать с нами не там... магазины более серые с более белыми, белые с пушистыми и белоснежными, вот, и не офлайн с онлайном, а скоро мы все вместе будем конкурировать с иностранными огромными сетями, которые есть и в интернете, им хватает интернет-каналов для продаж. Вот, и такая ситуация сейчас наблюдается в Прибалтике, где магазины много лет развивались, как известно, там западный рынок, в частности прибалтийский, опережает нас на несколько лет по развитию интернет-торговли. Ну, возможно, не только, но в данном случае мы говорим об интернет-магазинах. И там уже крупные игроки поставлены в очень неприятную ситуацию, при которой они не могут конкурировать с иностранными, совсем-совсем иностранными, еще более иностранными компаниями. Еще вот Андрей Гриневич мог сказать, что книги будут жить. Мне это очень нравится всегда. А, так что сказать, ну, интернет-торговля будет жить? Я про книги молчу. Понятно. Интернет-торговля, ну, конечно, да, будет жить. Как будет бы, жить. Мы уже в будущем. Она будет прибыльным бизнесом? Безусловно. Сколько сейчас зарабатывает Озбай? Мало. Недостаточно. Недостаточно мало. Да. Недостаточно мало. Насколько хочу сказать, что... Насколько серьезная налоговая нагрузка? Ну, серьезно. Сколько часть нормально. Дохода уходит на налоги? Ну, 5, от 5 до 7% от оборота. Ну, нормальная налоговая как бы нагрузка. Вот. Что хочу сказать, да, рынок вообще электронной торговли, ну, вот по нашим данным, развивается там порядка 30% в год, да. Ну, это сопоставимо, по-моему, с российским рынком тоже.
Но рынок подходит уже к наполнению. Все, кто, ну, способны были покупать, они уже все покупают в интернете практически. То есть я вижу, что тенденция дальнейшей, ну, увеличения сегмента рынка будет снижаться процент. Да? То есть доходы будут падать интернет-торговли, да? Нет, пока они будут увеличиваться. Процент-то растет, безусловно, но оборот, так сказать. Вот. Но в какой-то момент наступит наполнение, там года через три, например, рынка, да, и дальше уже будет борьба вот за этот состоявшийся сегмент рынка. Да? Конкуренция значительно увеличится. Да? То есть если интернет-магазины, которые хотят, там, планируют открываться, то лучше это сделать сейчас, а не через два года. Через два года три будет гораздо сложнее. Есть одно окно, пользуйтесь. Можно я еще бы добавила? Да. Вы знаете, вот быть или быть электронной торговлей. Вот я когда сюда шла, по электронному адресу распечатала билет, который мне предложили, да, и зашла сюда по этому билету. Ну, посмотрите, как это бурно сейчас развивается. Услуги в электронной форме, да, мы покупаем билеты. И для нас это уже электронный билет в аэропорт, железнодорожный вокзал. Это уже очень удобно. Сидя дома, никуда не ходя, вы используете витрины магазинов. Кто-то использует эти объекты просто как витрины, выбрать ценовую. Посмотрите, какой маркетинг можно дома, сидя в кресле, провести, да, по ценам. А как же шопинг? Это же чувство теряется. Вот, походу в магазин. Ну, я хочу сказать, электронный шопинг, он тоже шопинг, это тоже захватывает. Если, вот посмотрите, у нас в республике развивается сейчас сегмент интернет-торговли, ведь не только в чистом виде у продавцов, у изготовителей тоже. И, кстати, этот сегмент тоже развивающийся, потому что наши изготовители сегодня понимают, что можно тоже использовать помимо фирменных магазинов, которые они имеют, еще онлайн-торговлю. И это очень удобно. Это тоже, кстати, мировая практика. Вы посмотрите, все крупные брендовые объекты, вы всегда можете посмотреть новую коллекцию на сайте, и чаще всего у них есть онлайн-магазин. И в онлайн-магазине, конечно же, цена будет более привлекательна, чем в магазине, потому что, ну, издержки меньше. Я хотела бы еще продолжить тему. И, кстати, здесь вот издержки, когда мы говорим, что логистика будет выстраиваться, они должны уменьшаться, эти издержки. Ну, конечно, если серый товар, то там в 2-3 раза меньше стоимости, это ненормальная цена, мы же это понимаем прекрасно. Но если при нормальном развитии, да. Ну вот, смотрите, как наступает в Российской Федерации. Действительно, туда приходят крупные игроки. И я вот слышала Гриневича одно интервью на канале. Он сказал, что у него даже уже задавали вопрос, крупная какая-то компания, по покупке его бизнеса, да? То есть, по покупке, ну, по инвестированию, так по сказать. Инвестированию. Ну, в принципе, то по покупке, есть, да. Понимаете, еще к нашему рынку он развивающийся, он небольшой, мы говорим, это еще 1% товарооборота, а там в Европе доходит 6-7%, 8-10% в Америке, да, сколько лет эти системы работают. Поэтому здесь важно развивать вот весь инструментарий и дистанционных перечислений, и с точки зрения знаний законодательства, потому что вот у Гриневича, например, такой товар, как книги, которые не подлежат возврату и обмену. Есть такое постановление правительства. Еще семена тоже не подлежат. И качественные, а не качественные подлежат. Так это вот все и говорят, а как Министерство торговли? Ведь Министерство торговли регулирует эту сферу, потому что что, если бы ему прочитали книжки и возвращали там каждый день, да? Ну и так далее. У нас, например, лекарственные препараты, БАДы запрещено в интернет-торговле. Но кто его знает, может быть, когда-то аптеки разовьют свою тоже интернет-торговлю. У нас запрещено, например, золото продавать. Вы знаете, что в Европе и в Америке золото продается. В Российской Федерации тоже запрещено. То есть, понимаете, при развитии торговли, при развитии доверия граждан к той или тому или иному сегменту, здесь очень много вопросов для развития. Ну, например, у нас в Республике Беларусь основная масса товаров, которая продается, это, ну, сложнобытовая техника, сотовые телефоны, вот это, да, электроника, как мы ее называем. А в Российской Федерации на первые места вырываются продукты питания. Очень удобно. Пробки, люди заняты, ну, в том числе одежда, у них сейчас подрос этот рост. У нас еще это не развито, у нас есть куда стремиться. Мы вот сейчас вносим поправки в постановление, о котором говорим, потому что ко мне однажды на прием пришел представитель малого бизнеса, фермер. Он говорит, знаете, сколько людей в Минске, в республике хотят получать вот эти вот свежие продукты, которые вырастил фермер на своем участке. Они там, может быть, чистые, но у нас нет понятия экологически чистые, ну, по крайней мере, да.
А возможности такой нет. Вот мы сейчас вносим поправки, чтобы изготовители, производители имели право сами тоже продавать продукты. Потому что ведь есть проблема со скоропортящимися продуктами. Нужны же режимы условия хранения, чтобы этот товар дошел. Поэтому это могут только объекты торговли, у которых есть стационарный объект. То есть на развитие, на предложение, мы ждем этих предложений, что вот в части развития системы, да, что еще? Поэтому открыты мы к диалогу, пожалуйста, предлагайте. Я вот хотела как раз про, на секунду буквально, по поводу магазинов продуктовых, но все, наверное, здесь присутствующие знают печальную историю до дивана и печальную историю людей единственного там работающего магазина, именно магазина, который доставлял домой продукты питания. И все знают, что до дивана разорился и забрал с собой, прихватив, ну, убегая, прихватил с собой деньги, не отдав товар людям. Мы, кстати, приглашали выступить на конференции, но не получилось. Ну, и вы сейчас дополните, да, хорошо? Да, будет хорошо, если дополнит кто-то, кто больше знает официальную настоящую версию, да, потому что я транслирую сейчас уста форумов, там, статей и догадок. Вот. Но, допустим, у нас есть магазин Ежабай, если я не ошибаюсь, и вот фермерские продукты, о которых Ирина Владимировна говорила, их уже продают. Я не берусь говорить о том, насколько это прибыльно, вот, но оно развивается, и появляются эти магазины, которые продают экологически чистые продукты, там, на это делают ставку. Вот. А у меня есть вопрос, потому что я вижу, что заканчивается время, а я отсюда не хочу уходить, его, не услышав на него ответ. Вопрос к налоговой службе, к Министерству налогов и сборам, артикулированы мне магазинами, которые боятся, что будет в июне, когда введут наказание за... Спасибо. Введут наказание за... за отдачу товара без, там, без терминала, да, кассового аппарата, с которым должны, по идее, сейчас приезжать курьеры по домам к людям, но не приезжают. Будет какое-то другое наказание и какое? Ну, я не сказал бы, чтобы введут наказание. Давайте мы все тут достаточно люди, которые реально смотрим на ситуацию. Если мы занимаемся определенным делом, значит, мы рассчитываем на получение доходов и соблюдать стараемся законодательство о том, что какой-то, так скажем, будет штраф или еще что-то. Надо просто, так скажем, знать требования, которые установлены, соблюдать их. В части именно введения чего-либо, тут надо было отметить, что у нас есть порядок приема наличных денежных средств. И здесь не то, что он раньше было просто предусмотрено, как бы поблажка данному виду деятельности, возможности использовать помимо кассового суммирующего аппарата выдачу документа, который оформлялся при приеме наличных денежных средств путем его заполнения, да, квитанции. Вот мне кажется, если мы говорим о том, что эта деятельность развивается у нас, то и предпосылки, наверное, скорее всего, были тому, что это и время, то есть пока документ будет, квитанция заполняться, это и требует определенного времени у субъекта хозяйствования. А выдача, так скажем, чека, да, которую с 16 июня у нас субъект хозяйственный, который осуществляет торговлю по образцам, должен выдавать покупателю. С одной стороны, и обеспечит более оперативное обслуживание, да, своих клиентов, а с другой стороны, и покупатели наши будут защищены. У них будет документ, который будет подтверждать их право на совершенную сделку. В части именно, так скажем, существующей ответственности за нарушение этого порядка, да, который будет установлен с момента вступления в силу данного нормативного документа. Хотел бы сказать, что за осуществление нарушения порядка приема наличных денежных средств у нас существует ответственность как к лицу, которое непосредственно принимает наличные денежные средства, так и к субъекту хозяйствования, который не обеспечен соблюдение установленного именно порядка в части наличия данного средства, которое позволяет принимать наличные денежные средства. Это я имею в виду про кассовый суммирующий аппарат. Поэтому в части ответственности лица, работника, да, или индивидуального предпринимателя
У нас в настоящий момент существует ответственность, предусмотрена Кодексом административного правонарушения, это 12.18, в размере штраф налагается от 20 до 50 базовых величин. А в части, это если работник нарушает, но в данном случае, если вот вопрос касаемо применения, да, кассовых суммирующих аппаратов, то в данном случае не работник должен получать и регистрировать кассовый суммирующий аппарат, а субъект хозяйственный должен обеспечить работников, чтобы он смог это выполнить, да, требования. Поэтому субъектом хозяйственным, который в настоящий момент не осуществляет прием наличных денежных средств с использованием кассовых суммирующего аппарата, должны будут его, соответственно, получить и зарегистрировать, приобрести, точнее, и зарегистрировать в налоговом органе и предоставить своему работнику для того, чтобы он, ну, выполнял, так скажем, принятие наличных денежных средств от своих покупателей. По ответственности это у нас предусмотрено, опять же, Кодексом административных правонарушений, статьей 12.20, на индивидуального предпринимателя достаточно существенный штраф налагается до 100 базовых величин за отсутствие кассового суммирующего аппарата, а на юридическое лицо от 10 до 200 базовых величин. Поэтому ответственность, соответственно, серьезная, поэтому есть шестимесячный, сейчас идет период, так скажем, когда субъект хозяйства должен обеспечить и, соответственно, ну, принять меры для того, чтобы к нему в последующем вступлении в силу изменений не была применена административная ответственность. Господа, я извиняюсь, у нас заканчивается время, но я очень хочу вопросы из зала, они нужны, гости просили, внимание. Можно я еще буквально про... Мне бы хотелось... Какое предприятие? До дивана, да? Да, до дивана. Знаете, мне было даже оскорбительно за этот субъект хозяйствования. Мы на своем сайте писали разъяснение, но имеет право субъект обанкротиться. Он себя официально признал банкротом. Там была такая ситуация, что это было перед Новым годом, и он просил Министерство связи письмом заблокировать его сайт. Это своевременно сделано не было, предпраздничные дни. И люди стали заказывать не за наличные, потому что они эти, значит, уже услуги не оказывали, заблокировали. А вот эти безналичные платежи люди просто стали отправлять деньги, потому что это действительно очень удобно. Значит, я хочу сказать, что, ну, я читала все эти разъяснения, пояснения, не было там таких больших проблем, понимаете? Поэтому мне бы хотелось все-таки, чтобы мы говорили о том, что надо стимулировать безналичные платежи, и вот когда мы сами потребители, мы очень хотим, чтобы в магазине нам дали чек. А когда мы сами продавцы интернет-магазинов, мы почему-то возмущаемся, что этого не должно быть. А чем мы отличаемся от других? Да ничем. Дали возможность на развитие, но это же нормальная цивилизованная форма. Вопросы? Можно я несколько слов хочу дополнить, что вообще мировая практика, когда интернет-магазины работают с почтой. И это как результатом является вообще прозрачность этого бизнеса. И что еще хочу сказать, что вот мы сегодня говорим об активизации в городах, но в защиту книг хочу сказать, что мы очень активно сотрудничаем и пересылаем книги. Отправлениями с наложенным платежом. Последние книги, надо говорить. Не последние, не последние. И я хочу что еще сказать. Если говорить о сельской местности, а сегодня мы не говорим о ней, да, призвать, чтобы интернет-магазины все-таки позаботились о населении по всей территории республики, потому как есть у нас сегодня практика, Рубелпочта создает, как бы издает каталог товаров белорусских производителей и прирост ежегодно 30% как минимум. По каталогу, то есть наше население готово к этим покупкам. Кстати, Сергей Ванилович, который сейчас сидит рядом с, недалеко от меня, рассказывал как-то, когда их магазин доставлял пылесос, и его встречали с караваем. Нет, Сергей, не ты рассказывал. Кто-то из магазинов, да, рассказывал мне историю о том, как встречали, вся деревня встречала пылесос. Это преимущество, недобросовестная конкуренция. Это о том, что люди ждут в регионах, пока магазины к ним придут. Закажи пылесос и получи каравай бесплатно. Здравствуйте, меня зовут Алексеев Николай, я представитель интернет-магазина из России. Вот много говорилось о том, что товары поставляются из Китая, вот из других стран. Мне бы хотелось поставлять свои товары в Беларусь. Вот.
Есть ли какое-то в рамках вот этого нашего единого таможенного пространства какие-то решения для того, чтобы российские магазины, интернет могли продавать свои товары в Беларуси и наоборот, возможно? Ну, кто будет отвечать? Вы хотите российские товары продавать? Да. Беспошлино, желательно. А какие проблемы? Дело в том, что если вы хотите их продавать на территории Республики Беларусь, то мы говорим о зоне BY. Если это зона BY, то вы попадете под регулирование нашего национального законодательства. Если потребитель у вас будет покупать так же, как из американского магазина, китайского магазина, европейского по магазину, то он будет пользоваться, скорее всего, если будете вы в зоне РУ, то зоной РУ. Поэтому в данной ситуации... Нет, у меня зарегистрирован домен в зоне BY, и, в принципе, я хотел бы вести деятельность, опять же, вот в рамках легально. Вот есть ли какие-то... Что мне нужно сделать для того, чтобы для Беларуси вот моя деятельность не была противозаконной, а была, наоборот, приемлемой, интересной с точки зрения... Наше национальное законодательство, 60-й указ, 31-е постановление, налоговое законодательство, закон о торговле... Нет, вопрос не в этом. Компания зарегистрирована в Беларуси? Вот вопрос, надо ли мне регистрировать компанию в Беларуси? Если вы будете рассчитываться здесь наличными деньгами, обязательно. Если вы будете принимать только удаленные платежи, не обязательно. Не обязательно. Но удаленные платежи тогда нет смысла в зоне BY. Да, тогда и в зоне BY не обязательно. Я извиняюсь, давайте кратко. Все-таки у нас один вопрос ключевой, никто не смог дать ответ. Возможно, здесь люди знают ответ. Это телефоны, так сказать, voice IP телефония в Беларуси. Соответственно, у меня есть, так сказать, бизнес и в других странах, и везде единый центр приема телефонных звонков в обработке. Нету, не смог найти белорусских телефонов. Как мне принимать звонки? Белорусских телефонов, белорусских колл-центров или нет, шлюзов, IP-шлюзов? IP, voice IP-шлюзов. Это, наверное, есть, они стоят, правда, в 5 раз дороже, чем у вас, но есть сертифицированные на территории Республики Беларусь. Я могу иметь, являясь, так сказать, компанией из России, могу иметь телефон в Минске, могу иметь телефоны в других городах и обрабатывать. А вы нет, типа как сервис MyDivert говорите? То есть, который покупается господа, номер. Давайте так сделаем. Вы можете с 21 веком пообщаться потом отдельно. Давайте дальше, Пида. Краткие вопросы. Меня зовут Виктор, ВТ-центр организация. Скажите, подлежит ли регистрации в торговом реестре магазин, размещенный на площадках типа ShopBuy, DealBuy, то есть это домен третьего уровня, надо их регистрировать в торговом реестре? Понятно. Ну, у вас, что касается доменного имя, вы зарегистрировались, да? Значит, я сразу вот хочу сказать, это вопросов, наверное, много должно было бы поступить, потому что у нас есть такое, некоторые площадки ввели понятийные аппараты, у нас сегодня есть законодательство о рекламе, что я на какой-то площадке размещаю всего лишь рекламу. Если вы размещаете всего лишь рекламу, то это реклама. Но если я могу по этой рекламе заказать по телефону, по контакту, вы мне привезете товар, то это интернет-магазин и интернет-торговля. И вот последний год мы с одной площадкой выясняли отношения через суд. Я специально не хотела какими-то административными рычагами давить, а просто в суде рассматривали дела. В Могилеве, в Бресте, в Гродно. И, к сожалению, пострадали интернет-магазины, которые вели деятельность интернет-магазинов. Они просто размещали свою рекламу. Одно дело витрина магазина, да, когда вы ничего не можете заказать. Вы просто смотрите глазами, анализируете. И совершенно другое дело, когда вы заказываете. Поэтому с точки зрения нормативного, не понимала площадка это. Нам, к сожалению. Более того, я хочу сказать, просто если все равно есть какая-то ссылка, гиперссылка, и вы попадаете опять-таки в интернет-магазин, ну это интернет-магазин, ну а что это другое? Это деятельность, которая с этим сопряжена. И что еще хочу сказать, мы в проекте закона о торговле, вы эти формулировки увидите, они в принципе у нас были публично на сайте, мы еще вводим ответственности площадок.
Ну какая ответственность? Содействие, например, в споре между потребителем и продавцом, которым является интернет-магазин. И, кстати, это и мировая практика. Я хочу сказать, вот эти крупные компании, монстры, которые могут прийти, у них сервис этот давно развит. Потребителя никто не оставляет один на один с проблемой, не отправляет, как ни одна площадка отправляла в суд. Там мошенническая деятельность, 10 обращений граждан, а они говорят, обращайтесь в суд и все. То есть никакого содействия даже по поиску этого клиента их площадки. И такова практика у нас есть сегодня с торговыми центрами, с торговлей на рынке, когда просто предоставляются какие-то места. Но содействие-то нужно оказывать. Кроме того, то, что мы добровольно с площадками в этом году проработали, ну именно площадками, я не говорю, там магазин крупный у нас, Озбай, значит, мы что сделали? Когда мы обучали даже, мы сказали, обучите интернет-магазины, потому что это индивидуальные предприниматели. Вот мы вводили нормы закона, у нас там 3 месяца были нормы постановления, что на первой странице это должно быть, это должно быть. Мы говорим, объясните и помогите им программным обеспечением. А сейчас, когда это мы ввели вот так добровольно, проработав с площадками, мы, конечно, норму в закон включаем, что в обязательный компонент площадок, когда они приглашают к себе, они в договоре должны включить нормы, которые есть в законодательстве. Ты эти нормы не выполнил, ну я говорю, это информация о том, что он зарегистрирован в интернет-магазине, о себе данные. Слушайте, ну мы когда смотрим в офлайн-магазинах, приходим и табличка висит, это же очень удобно. Почему этой таблички? Ну условной таблички, я говорю, не будет в интернет-магазине. Совершенно нормально, цивилизованно. И никаких проблем нет, в принципе, больших. Дальше давайте вопросы. Леонид, предприниматель, я курирую 5 магазинов, поэтому задам 3 очень коротких вопроса. Три очень коротких вопроса по разным, так сказать, участникам круглого стола. Первый вопрос был почте. Скажите, планируете ли вы развивать какие-то программы лояльности в том смысле для предпринимателей, которые осуществляют интернет-торговлю и доставку товаров через Белпочту, в зависимости от объема, так сказать, приносимой прибыли, потому что деньги немалые, в общем, платятся в итоге, а ну как бы никто лицом не поворачивается. Это первый вопрос вам, и второй вам вопрос. Скажите, когда вы планируете прекратить вот тот беспредел, который творится с 15 по 25 число каждого месяца в почтовых отделениях? Да, этот вопрос тоже очень актуален. Это касается и как отправляющих заказы, да, так и получающих. Потому что это не способствует развитию никак. И третий вопрос. И третий вопрос заместителю министра. Скажите, когда планируется разрешить торговлю ювелирными изделиями? Все, спасибо. Давайте. Огромное спасибо за вопрос. Значит, начать с первого вопроса. Мы готовы сотрудничать с интернет-магазинами. Сегодня мы заключили не так много договоров, потому что активность не такая высокая. И вместе с тем, если у вас есть такое желание, мы обязательно с вами встретимся и согласуем и то отправление, которое вам будет удобнее, да, и ту градацию по тарифам, о которой вы сейчас говорите, и ту гибкость тарифов обязательно применим, учитывая и какие-то новые технологии, и упрощение каких-то технологий. То есть мы всегда пойдем навстречу, я вам гарантирую. Что касается второго вопроса отделений связи, ну я бы не назвала это так, как вы назвали, это активность населения в период когда необходимо платить платежи, но вместе с тем Белпочта что делает для бизнеса? Мы сегодня открываем бизнес-почты, где мы обслуживаем бизнес-клиентов. Наверное, многие об этом знают. И мы сегодня... Да. Где такая же почта, но только для бизнес-клиентов. В городе Минске такие бизнес-почты открыты уже в каждом районе, а также по всей территории Республики Беларусь открыты во всех крупных городах и районных центрах. Кроме того, мы сегодня готовы развивать тот бизнес, когда мы приезжаем и забираем товар, сами упаковываем, все делаем, все, что касается почты. То есть любые шаги навстречу, как бы готовы к сотрудничеству. Спасибо. Я бы вот хотела еще добавить, вы говорили лояльность почты, но точно так же вопрос можно было бы сориентировать к банкам. И мы проговаривали с банками, чтобы была лояльность к индивидуальным предпринимателям, потому что эквайринг по пластиковым платежам, он все-таки, ну, высоковатый.
Поэтому вы обращайтесь, вы как бы, это же договорные условия, поэтому мы в свою очередь опять-таки будем предлагать, чтобы банки к индивидуальному, к малому, среднему бизнесу вот эту лояльность имели. Ну и как вы сказали, от определенного процента, это тоже очень правильно. И эквайринг сейчас на это идет, хотя мы долгое время вот инкассация, эквайринг, даже в розничной торговле спорили, доказывали Национальному банку, но он говорит, эквайринг дорогой по сути. Мы говорим, тогда разделите вместе с нами. Это дорого. И это очень правильный вопрос. Значит, вопрос вы мне задали, извините, я... А, ювелирная, да. Вы знаете, хорошая тема ведь. И почему нет, да? Но. И, кстати, лекарственные препараты, может быть, и БАДы тоже можно было бы. Но это, понимаете, это опять-таки такая степень доверия, насколько развит рынок. Если у нас гражданин еще боится купить какие-то такие вещи... А там специальный режим хранения для этих ювелирных изделий. Я думаю, что стоит пообсуждать нам эту тему, конечно. Может быть, мы и впереди России пойдем и ведем, но с определенными моментами, потому что там есть сейфы, хранение, там ну, целый спектр для этих изделий. Господа, последний вопрос, очень ценный должен быть, потому что время кончилось. Последний вопрос, кто возьмется на себя? Компания DPD в России, служба экспресс-доставки. Вопрос скорее, наверное, к налоговой службе. Планируется ли упрощение процедуры приема наличных? Как курьерская служба знает, что каждый курьер при доставке должен быть оснащен там, либо мобильным терминалом для приема карточек, который стоит около $1000, плюс еще комиссия за эквайринг, о которой мы говорили, либо кассовым аппаратом, который тоже мобильный аппарат, стоит около $500. Соответственно, для того, чтобы осуществлять оперативную доставку, десятки курьеров должны быть оснащены ну, на несколько десятков тысяч долларов. Не каждый интернет-магазин может себе это позволить. Какое-либо упрощение, не знаю, квитанции, либо еще что-то, позволило бы увеличить экспресс-доставку, сроки сократить и масштабы другие выйти. Спасибо. Вы знаете что, я хочу сказать, что вот мы, например, документ, который должен подтвердить товар, мы уже написали, какой хотите. Мы же не зарегулировали, сказали, вот именно такой документ, да? Какой хотите, только перечислили, что там по закону должно быть. И, пожалуйста, только нарисуйте это гражданину, чтобы он видел и мог сличить. Может быть, тут есть какой-то вопрос. Мне Министерство по налогам и сборам, наверное, в данной ситуации скажет нет. Но нам бы очень хотелось Министерству торговли, чтобы эта служба доставки все-таки у нас в Республике Беларусь развивалась. Потому что это современная форма. Нужно, и тем более малый и средний бизнес, это не есть правильно. Это официальная служба, у нее есть регламент, они, извините, даже тапочки эти, бахилы могут обуть, и это какая-то форма, это большее доверие. Я думаю, что стоит нам подумать с Министерством по налогам и сборам, хотя я понимаю, что мы только сейчас вводим вот эту систему, кассовые аппараты, да, но может быть нам что-то стоит подумать по курьерам, ну, немножко в перспективе, чтобы эта тема развивалась. Ну, опять же, вернусь к... Впереди с начала нашего разговора о том, что курьерская служба у нас, так скажем, еще пока развивается, и в основном, кто осуществляет реализацию через интернет-магазин, он сам доставляет товары. Поэтому если касаться, в частности, предложения ввести, опять вернуться к выписке какого-то документа, насколько это упростит? Если, я понимаю, от объема, как бы покрытия своих расходов, но опять же это надо просчитывать, и субъект хозяйства изначально должен смотреть, выгодно этим заниматься или нет. А устанавливать конкретно для какого-то плательщика какое-то послабление, ну, я, наверное, сейчас не готов на это ответить, это анализировать. Все-таки у нас должно быть подход для всех единый, да, то есть мы все осуществляем деятельность и должны в рамках единого правового поля свою деятельность осуществлять. Спасибо. Спасибо большое всем. У нас, к сожалению, время вышло. Я хотел сказать спасибо нашим гостям.